Всем привет! Сегодня 2 июля. Наконец-то у нас выходной. И погодка сегодня просто сказка. Решили выбраться с семьей на природу, покататься на лодке. Ну и порыбачить, конечно. В последнее время очень много работы, и приходится как-то совмещать времяпрепровождение с семьей со своим любимым хобби. Проплыли уже порядка 10 километров оттуда. 10-11 где-то так. И решили маленечко передохнуть. Остановились на такой вот полянке. В прошлом году вот этой плавал здесь, и вот этой беседки еще не было. И беседку, видимо, поставили не просто так, а вот здесь есть табличка в память об охотнике и рыбаке Николае Цыбине. Ребята вообще молодцы, крутая беседка. Это такой достойный прямо поступок. Увековечить память о своем друге, для кого-то родственник. Молодцы. Очень уважительно. Сейчас поплывем туда, вверха реки. Попробуем доплыть до грота. Там такой грот. И прямо подходишь к нему, ноги своют от холода. То есть, на улице 25 градусов, а там все лето лежит лед, снег. Не знаю точно, получится, не получится доплыть до него. Так-то немало времени туда добираться. Ну и, конечно же, порыбачу. Взял жене спиннинг тоже. Если что-нибудь поймаем, приготовим уху. Ну, на всякий случай, взяли мясо. Перекусить нужно будет что-то. Ну все, оставайтесь на канале. Думаю, будет интересно. Давай. Что, поплывем? По реке, туда, дальше. Давай, проходи. А, детвора? Да. У вас ноги-то не замерзли? Опа. Холодная же вода? Я уже привыкла. Мам, даже ноги живые. Ничего. Мама, у меня сегодня. Опа, аккуратнее. Мам, так сейчас высохнет. Давай. Что ты? Не выкладывает. Давай. Почему? Я с этой стала. Ну, как-то подошли и написали, пойдемте, посмотрим ее. А как мы посмотрим? За мной. Не видно.
Вот я только не двигаюсь, хотя... Аккуратнее, здесь скользко. Крапива. Ну? Вперед, путешественницы, лягушки. Давай руку. Опа. Вот так они и подошли. Кто? Аккуратнее, Ань, подожди меня, я сейчас возьму тебя. Сталин. Давай руку. Опа. Что, Лена, получится спуститься у тебя? Не знаю, подожди. Давай я спущусь и потом вас возьму. Смотри, я камешки от нее возьму. Маме покажу. О! Ноги нет. Сводит, обалдеть. Что? Нет, я... Ноги сводит. Нет. Ань, возьми камешки. Такой дубак. Дуба? Давайте, спускайтесь. Нет. Маме у нас неинтересно, да? Чувствуешь, как холодно здесь, Лен? Надо было... Да, чувствую я. Пройдете туда? Не, не надо проходить. Папа, здесь... Там снег лежит, там просто его не видно, вот дальше там лед. Я вижу. Видишь его. Лед? Да, я вижу. Я маме покажу. Потом, папа, здесь холодно, потому что здесь снег, да? Пап, папа. Да. Там не тает он под камнями. Фух, холодно. Я вот маме покажу. Я сейчас следок ему. Вот следок счастливо сейчас. Папа, меня папа... даже оттуда из такой маленькой дырочки бьет. Меня. Вот такой интересный папа, камень. Папа, как люди это написали? Надеюсь, детям интересно. Пап, как это люди написали? Я вот так закрыла. Вот так даже прикольно. Сегодня у нас будет мяско на славу. Чего? Дай... Не протухшее, как в прошлый раз. Мама! Давайте, давайте, вот говорите чуть-чуть потише. Мама, вы меня разбудите, когда мясо будет готово? Решили остановиться покушать. На рыбалку времени совсем не остается. Сейчас здесь покидаю маленько. Слишком долго плавали мы до этого грота. Слишком долго. А папа вообще какую-то в пещеру повел нас. В пещеру, да. Холодную. Там снег лежит. Сейчас мясо сделаем. Там снег лежит. И маленечко порыбачим. Знаете что? Да, лежит мяко, снег, и там очень холодно. Так вот. И еще мы камешки оторвали. Могу где вам... камешки? Могу вам да, сейчас показать. Белые. Могу сейчас тебе показать, но только я чего-то не хочу. Вот. Так в камеру покажи. Что-то... Вот. Так в камеру надо, в объектив показывать-то, Ален. Вот такие камни. Очень даже интересные. Ну, вот а заедьте туда, и вы все поймете. Там холодно, там снег. И, но еще Алена плотина меня обижает. Это-то при чем здесь, Аня? А хочу, я говорю. Что, нельзя ладно, все. Надо ну, раздувать ладно. Угли и делать мясо. Алена, а где этот уголь? Дай, пожалуйста. Ален, мама, ты и знаешь? Розжиг тоже. Вот, вон розжиг, бутылка лежит.
поставим. Нет комаров, сейчас ветер дует. Тоже нормально. Папа, не кидай там. Почему? Там ведь пени. Что? Пени. А ну, деревья обломаны. Пени в налоговой начисляют, а здесь пени. А ты знаешь, что, Алена, а если здесь будет штука по пени, я сразу спрячу гамма и буду там спать. Понятно всем? Алён, ты что-то спишь? Я спать буду. Ну, ничего. Аля, ты хочу спать. А я тоже. О, кто-то есть. Только папа... Маленькой. Мама, ты уже пожарила? Кого пожарила? Я только мясо набиваю. Смотрите, окушок какой. Что? Маленький. Я отпускаю, да? Еще посмотреть. Как он красивый. Где? Я не понимаю, я не вижу. Папа, стой, не отпускай. Что, будем уху делать из него? Алён, Алён, не закрывай камеру. Он такой миленький, но не надо. Что не надо? Не надо из него уху делать. Ну все, я тогда ставлю. Он милый, и маленький, и милый. Да, не открывайся. Я еще нигде не сделала. Да, все, мама, готова. Нет? Иди там еще жир. Мам, скоро? Что такое? Ладно, готова. Я знаю, Алён, все хотят кушать. Можно крендельки? Вот, еще 10 минут и все готово. А 10 минут уже прошло. Даже 15 минут, мам, прошло. Даже... Тихо, дай тебя уснуть! Даже 14. Смотри. Мам, уже 2 минуты, кстати, прошло. Нет, минута прошла. Мелкий. Да. Мам. А. Там классный молодец, кто-то не тот. Вот. Вот. Ты такой мелкий.
Почему? Это, может, птица принесла и съела? Нет, это люди. Эй, мама! Мама, ты чего? Это ложка! Это ложка вилка! Люди не едят мышей, да. Алена. М? Люди не едят мышей. Все, тебе не буду кричать. Все. Все? А, нет, да не высовывай ты голову. Куколяцки. А, о, какая убилка сейчас была. Где? На. Рыбёхина. На. Положи баночку в сумочку. Кушай, ещё ты хочешь. Мама, а кушай, не исполняешь желание? Нет. О, ничего себе. Аня, прячемся. Щучка, видимо. А, водоросли завела. Это щука. Отойдите. Щука. Аня, отходи. Уходи. Она нас забрызгала. Что такое, будем оставлять? Да, конечно. Ну, она маленькая, давайте отпустим. Нет, она не маленькая. Вон какой. Сам ты маленький. Маленькая. Да. Да нет, папа, ты вот тех маленьких рыбешек отловил. Оставь. Маме, отдадим все. Папа, покажи. Слышь? Папа! Она запечет. Так-то таких не забирают, папа. Если что. И что? Папа, зачем ты таких мелких рыбок тогда поймал? Ну, окуней можно таких забирать, а щуку папа, такую. Папа, покажи. Да какая разница? Папа, покажи. От скольки сантиметров? Папа, покажи. Ладно, давайте отпустим ее. Нет. Да давайте, смотрите, как она красиво уплывет. Нет. А, засними, как она. Нет. Нет. Папа, стой! А ты сказал красиво, зачем ты ее отпустил? Она вырвалась. Я хотела посмотреть, что у нее во рту. У нее во рту? Да ничего, там зубы просто. Вот папка! Еще обрызгала она всю лодку. Эй, свалим. Всем привет! Тебя не видно. Давай, мама. И всем привет! Меня зовут Алена, это Анька, это папка Коля, это мамка Юля, которая снимает нас. Оператор Юля. Ладно, и сегодня мы поехали на природу отдыхать. А, и, кстати, а я ноги мочу. Мы отсюда, мне кажется, никогда не уедем, потому что папа все время рыбачит. А я ноги мочу. Я сегодня почти не рыбачил. А я в лодке ноги мочу. Это мне на природке. Мать. Так, на природке отдыхать хочу. Держи. Держи просто за плавники. Вот за эти не держись, чтоб чего? Не уколоться. Аня, бери. Дайте я. Аня, Алена, подожди, будешь выбрасывать? Нет. Да я. Вообще не надо мне эту рыбу тупую. Да почему тупую-то, Алена? Ну все, давайте. Всем спасибо, кто был с нами. Всем пока. Все, говорите всем пока. Всем пока. Вот такая сегодня вот рыбалочка вышла. Мама, дай я закрою. Отдых выходного дня. Ну заканчивайте уже. Все, прощайтесь со всеми. Ну закроешь. Все, всем пока. Давай, вместе. Всем пока.